Марный удар. Ну что ж, я рад, что вы хорошо устроились. Лучше, чем мы. Да. Официально мы еще не открылись, но здесь уже есть несколько пациентов из моей прошлой клиники. Джош, например, помогает мне с оформлением дома. Он музыкант. Ему надоело прожигать жизнь, и он пришел к нам. Рисование ему помогает. Вижу, у вас есть помощники. Да, это Эмили. Милая девушка из местных. Помогает мне за небольшую плату. Понимаю. Я с ней так и не успел познакомиться. Жаль. Нейтан! Нейтан! Иди в дом. Выпьем чаю. Ну, мне пора. Не пропадайте, мистер Голден. Сообщайте, как дела у вашей жены. Хорошо. Слушай, тебя не подбросит до деревни? Давайте. Закончу через минуту. Алло. Привет, это я. Как женушка? Рехнулась. Развод почти завершен. Я получу все деньги. Слушай, сегодня встретиться не получится. Ну ладно. Но если хочешь, Дэвид, приводи ее с собой. Особенно, если она деревенская. Нам так не хватает нашего Пэка. Посмотрим. До встречи. Спасибо вам большое. Ну что ты, мне не трудно. Новости часа. Полиция преследует серийного убийцу, сбежавшего сегодня из Бродвудской психиатрической лечебницы. Он был помещен туда в 92-м году, когда от его рук погиб.